4 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию сезона областного центра игровых видов спорта. В этом году женский баскетбольный клуб «Нефтяник» завоевал серебряные медали чемпионата России среди команд Суперлиги-1 и получил право выступать в премьер-лиге. А волейболистки «Ами» дебютировали в турнире высшей лиги «А». В начале события спортсменки вспомнили самые яркие моменты соревнований. Это все-таки сибирский характер. Я сделаю как это основополагающее, потому что Омск всегда отличался сплоченностью, дружностью коллектива, потому что это очень важно для достижения совместных целей. Сыгрывались, то есть это как бы и с моей стороны передача, да, для девочек со временем стало лететь удобней. И с их стороны больше взаимопонимания стало, так скажем. Также и в защите, и во всех элементах. Церемонию награждения открыл министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрий Крикорьянц. Он вручил дипломы спортсменкам, тренерам, всем, кто внес свой вклад в общий успех. Хотел, конечно, огромные слова благодарности девочкам сказать, девочкам, тренерскому штабу, что та задача, которая ставилась, она и выполнена. Вот. И я думаю, что то качество баскетбола, которое было показано в течение всего сезона, плей-офф, и то, что вот уступили мы Курску, но действительно в такой серьезной спортивной яркой борьбе. Поэтому тут как бы я очень рад за девочек, рад за их результат. Волейбол я за девчонок тоже очень рад. То есть первый раз они играли вот в высшей лиге А. И, собственно говоря, тоже результат как бы вполне нормальный, вполне хороший такой, очень приличный результат именно для такого, для стартового сезона. Далее призами были отмечены игроки, отличившиеся в различных номинациях. Особые слова благодарности были высказаны в адрес болельщиков и партнеров. Поддержка всегда нам, мы всегда ее чувствовали, да, потому что у нас министр, замминистр всегда приходили. И в прошлом сезоне тоже губернатор посещал матчи, но в этом сезоне он больше посещал, чаще приходил, больше поддерживал. То есть уже пофамильно знал многих игроков, интересовался, как у них дела, как обстоятельства. Поэтому, конечно, это все чувствовалось не только руководству наших команд, да, но и самим девчонкам это все, они это ощущали. Достигнутые успехи будут основой для дальнейшего движения вперед. В следующем сезоне «Нефтяник» будет стремиться закрепиться в премьер-лиге, а волейболистки «Ами» войти в число лучших команд высшей лиги А. Подготовку к новому сезону команды начнут в июле.